Рок же знает, как выносить. Чё? Черный дебаф знаешь, как выносить? Да-да-да, балбес, я думаю, балбес, балбес, дай, дай по... Не знаю, по престу шаман составим, я дам по воле. Она под кошем выносится, черная. Да. Блять, балбес. Норик, давай. А я без беса, сука, долбоёб. Поехали. Давай, БЛ. Бомбот аккуратно все. Справа один. Заберите трэш. К вам оботов залейте. Залейте искру, я пошужу. Искру быстрее убегу. Массакру, да, най? Искра быстрее. Камни жить. Искру. Дайте ему армию. Искру быстрее, затопать не надо. Ох, я Валера. Дайте боб мне. Искру быстрее. Норик, Норик, Норик. Войда, поднимите. Лучше бы ты истерику докладывал.
кровать. То есть прислушиваться. 300 тысяч. Да, что там у нас? Пушка зап. Пушка кому надо? Роги? У меня есть. Понял. Да пиздец. Так, что-то кому-то надо с этого? Вроде эти хорошие запы. Да. Чё? Запы нужны кому-то? Пуза. С вами делаем. Короче, кому-то что-то надо говорить, я это. Давай, Брест, я, типа, ТЦ очень мало. Когда я в ШП, да? Да, да, ты в ШП. Как бы балбес не хотел, или манул, просто мы нихуя... Чё? Мы ничего не убьем дальше, просто если так... Мало, мало. По всей видимости. Выбор чё? Норы, у Норыча мало захила, блин. А почему у мага опять 300 дпс? Он не бил? Да нет, наверное. Чё? Может он... Так, это, тихо. Ремонтник, где он? Ремонтника залейте быстрее. Черек оставим. Не знаю, мах там стрелял вроде. Сейчас посмотрим. Может хита у него нет? Я думаю, у него хита нет. Ну вот у нас все это ШП. Ну я же говорю, сейчас посмотрим. Мне тоже очень мало, да, у нас. Это балбес, блядь. У него оверхит, может. Или повезло. У него ничего нету. Кто? Не понял, Бобрис. А, я понял. Ну, я планировал другой рейс, брат. Там должен был быть ДЦ другой и там другой. И еще один ДДПС был бы Элем полноценный, был бы Мункин или что. Я забаню правого, давай. Стеночка на собрание.
заходи, Норик, туда сразу. Мили все станьте, чтобы они прыгали. Ты хуйня выйдет. Сколько у тебя хита, балбес, что тебе хит, блядь? Ты что там вообще въебался? А у тебя ноги с этой, с фрей, да? Всё. А, эти деньги. Посох тоже, да? Да. Ты чё? Этот Макала, тебе отсюда что надо на Редвика? Ну, токены, блядь. Если и трейни, короче, меч не упали, то токены. Какие все? Бошку, рудак. Короче, 4 набрать, блядь. Рыбу. Поставь фейс. Кушайте рыбу. Не протануться за этим. Барабаном меня в лапку. Протянись. Да. Я тоже сейчас тпхнусь. А то я даже не успел купить рецепт с кожевки. Сумунчи. Еще мой или фейс? Я здесь. Через кого мы будем играть? Кто первый? Мы через мелкого. Слушай, да. Минус. Стас. Еще раз. Ну, короче, ты понял. Баф в конце этот. Перенаправляющая энергия. Под баблом она вешается или нет? По-моему, да. Еще раз. Дебаф, который урон увеличивает? Да. Да, она... Она... Нет, она не вешается. Она тебя убьет, если она на тебе была. А мы... Танк получит дебаф, мы его добьем до этого. Просто, да, когда будем бить второго, стопнем, чтобы этого... Чтобы он лучше еще раз дал. Белл на третьем, на втором.
Void, внимательно диспель станка, хорошо? Моментально. И ретрик тоже смотри, хорошо? Очень и... внимательно, сразу так, диспельте. Void или ред... хил или ретрик диспелит? Диспельте оба, не... чтобы тиков не было. Но тикает только 15 тысяч. Чтобы мгновенно это произошло. Мне не важно. Я могу это делать мгновенно, просто я каст света небес проебу. Ретрику это делать без потери хила можно. Окей. Если ретрик не против, ты не против, Макал? Хорошо. Все, я спокойно похилил. Макал, смотришь на танка внимательно. Себя. По силам он диспелится, да, Войч? А? По силам диспелится. Еще раз, что диспелится? По силе показывает или нет? Ну, магия должна быть, если тебе магия показывает, значит и это будет. Вы готовы? Норик, поехали. Мелкого на пульте. Рога на пульте. Выводи, Нарик. Да я пока забрать, блядь, не могу, просто мелкого. Я почему-то большой сорвался, блядь. Диспел, мах. Тири, разбежались. Теперь. Чуть-чуть. Миликом погоди. Так, надо стопнуть, подождать черный. Да похуй, наверное, нет? Ну, уже поздно. Я жду. Так, сейчас будет. Разбежались. Бля, не споймал. Все, ложитесь. А чё, добейте? Не добейте. С чем мы? Три хила, да? Не, два. Так вы за минуту убьете, даже если на мне будет добав. Я сказал, на нем будет. Все? Балбес, еще раз. На второй фазе я забыл сказать. Олик, выйдите с рейдера вместе с шаманом. Подальше стоит всех. На вас кидался на этот. Типа. На натуру этот было. Вот это троих на дне. Да, Шипе. Олик и. Народ. Это, ребята, если мы два хила. Давайте там Шипе или Редрик. Берите за диспел, потому что могу вас проебать. У тебя не получается диспелить? Напиши макрос в скобочках таргет равно ник танка. За скобочками название диспела очищения, да, у паладина? Да, все. Потому что я когда диспелю, я не хилю. Два света небес проебывал. Приспомогайте спе. На создадим. Присту легко диспелить должно. Ему попроще, чем Редрик. Мне по площади долгий каст. Какая площадь? Рассеивание заклинаний вытащи, например. Там ни на какой площади нет. Подожди, ты про обычное? Я мне слушай по площади сказал. Обычно. Нет, просто обычный диспел. Хорошо. То есть мне диспелить? Да, диспель танка всегда. У тебя фрейм рейда есть? Да, у меня хилбот есть сейчас. Ну ты видишь, на танка вешается магия.
Ну, сейчас посмотрю, я не уверен, что я видел его до этого. Так, у нас кто танк вообще, мейн, который будет? Норик. 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 Так, хорошо. Просто он есть... танк, он же единственный танк. Ты да. ШП, что ли, выключаешь Ардон или что? Что? Балбес, ты тут? Как ты можешь не видеть? Сейчас каску дайте и... Что я? Пристабав и этот. Сейчас не бейте. Да, дайте 5 секунд. 5 секунд и постоянно бьёт. Я его пешки раздам. Не рассеет только на третьей фазе, да? Нет. По КД, весь бой. По КД, весь бой. Окей, хорошо. На второй фазе, когда остается второй, ну гейм, три человека в рельс даете, чтобы на вас стебафы. Даю дебэмпу. Барик, ты крылат вот и знаешь? Конечно. Вот ты им была. Дайте ему набрать, потом бей. А кто слил этот? Блин, ретаунтит для бафа. Никто. Что здесь был? Вообще могу взять. Видно было. Надо. Видели, нет? Выводи. Респал. По-моему, она здесь вообще не бьет. Давай. Не бьет сейчас, сейчас вторая фаза будет. Все, вариант встали? Да. Три человека. Как я попросил. Видели? Долго диспелли. Руки у босса светятся, сразу диспелл тыкаешь, жмякай. Вышли. Я сейчас даже не продиспелил. Диспелл. Давайте до руны убьем. Бейл даем. Давайте, Бейл. Поехали. Алло, он вообще рассыпается. Поднимайте к нему. Сколько секунд? 40. Долго. Лол. Там минус вообще вешается. Молодцы. Кого убить, подходите. Отойдите. Мы... Отойдите от него. Но меньше, чем за 2 минуты въебали его, всех троих. Ну, молодцы, чё. В таком гире. Так. Поехали. Кинжал нужен? Меч? Ну, меч, да. Для теста возьму. Где ты? Кольцо. Какое? Нужно. Я линканул. Вставай. Где 20 секунд? Кольцо себе тогда возьму. Дай Макалу, типа, если никому не надо. Палу? На. Ключ четвертый. Рольте ключ. Кому нужно? Да, по-моему, ты. Пояс. Хороший. Если полика нету, нужно сказать. Не, мне получше. Не надо, так не надо. Все. Нардру хороший. Так, что... кольцо там, да, просили? А где я его взял? Ну, ты у себя в сумке. А, вижу кольцо, все. Кому кольцо дать?
паладин. Хороший агронабор у боков. Да. Мне прям нравится. Что захотите, парни? Дайте пристабаф, там... Никто же не умирал. Ну, там же умер всё-таки. Ну, не тут, кстати, пристабаф. Да, лапки нету, да? Ладно, похуй. Чё, всё, готовишь? Фейс лапку, дай. Чё стоишь? Погнали. У меня игра заезд. Хуёво. Согласен. Руку встречимся, когда я скажу. Азисла. Стери бы. Ну. Руку, быстро руку. Точечно руку. Дальше босса. Руку не дайте. Они череду на этом боссе подфиксили? Не уверен. Череда нигде нахуй не работает. Руку быстрее. Молодцы, дальше тело, дальше тело. Как говорится, еще не дав помойку. На магике череда в помойку улетает. Здесь тоже я могу под конец нажать. Ну я надеюсь, что подействие. Рука быстрее. Можно через руки сыграть, вообще убить. Руку. Да, молодцы, так что делал. Триста-четыреста рук. Что, кому-то хотите? А чего вы хотите? Добивайте руки. Просто быстрее будет. Добивайте руки. Поменьше. Я левую бью. Голубец, а остальные... Руку быстро, быстро. Правую руку быстро. Правую. Выбить человека надо. Все, молодцы. Добивайте левую, правую. Я в левую. Okay. Вот две все равно не убьют. Влево, влево быстрее. Вот и так. Больше хп надо было боссу ставить. Можно нахуй это распылить сразу. На плечи на трансмог нормально. Кому-то надо что-то пишет. Кидай плечи. Я походу соберу, бля, на офскейку, бля. Правому больше, но... Где он, блядь? Балбес, давай
справа бить, который меньше летает. Налево отстрел. И черепа больше урона. Нет, вот я кит не дал. Чего? Я кит не отдал. Там какой-то вообще пацан 12-летний сидит, да? Не знаю. Да, получается, 10-летний. Голос такой пиздец. Я прям себя в школе вспомнил. Я не знаю, но бывает, как его, блядь. Бывает голос детский, вроде человека, ну... И кольцо там. Не, ну, кольцо. Это бывает, да. Но у него явно не такая. Но это не тот случай, блядь, похоже. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Пошли, заходи. Пошли, пошли. Пошли. А чё, эту пизду скипаем? Что? Потом убьём нахуй. А можно я вообще не убивать? Нет, нет, там тринка падает. Слышь, сейчас он ещё посидит с нами, короче, поредит, блядь, через годик будет басом хуярить. В школу пришел, да, дерзкий, блядь. Да у нас был холипал 12 лет. Синдора друг, да, балбес? Не, ну если смышленые нормальные ребята, то поток научится, нормально будет играть. Не. Это был не тот случай. Как устро, который. Дева, тебе холод. Тебе холод, блядь, вообще ебнутый, когда ты пьяный, блядь. Так, я по АФК, что тут возле вас, я, короче, сниму себе перевод. У меня тут были деньги, я могу с ней перевод. Ну давай, чтоб до босса вернулся. Только не привязывайся никому. Мы потом засуманим. Только аккуратненько тратим на стенку. Смотрите, не зацепите вот этого, который идет элементарно. Остановитесь, подождите. Мы с Нориком пройдем. Все, он ушел, все, проходите, проходите. А че, можно же было вроде брать этот прекрасный. Не, нельзя было. Проходите. Сейчас я. Слушай, Дед Майза, ты в этом в первом рейде был? Я в первом рейде играю. Ага. А так у тебя кроме Лока еще твинки есть? У меня есть еще паладин. А что там, какие спеки? Холик и Редрик. Я хантом играю, я лоб не мэнник. Так, это твинк. А ты вообще офицер в гильдии или просто десятку свою возишь? Я не вожу десятку, я ничего не вожу. Я просто сегодня собрал. А, то есть это редко. Я не офицер, я ветеран. Я ветеран. Рейдер. Я просто рейдер. А. Он просто воюет. С балбесом нахуй воюет. А балбес что? Офицер? Там и гонит. Не, не. Мы уже давно вместе играем, что. Просто кореша, да? Да не, не кореша, я в Америке живу, у меня нет кореша. Ветеран воюет с бомжом. Я вспомнил, ты говорил, что Сан-Диего, все, я вспомнил. Да. Покурите, пацаны. ТБМ-брейк поставил 5 минут. Покурите.
Я наполовину. Ой, наполовину, на присутствие. Так, ребят, извините за чудо АФК. Так, все, Мартин отошел. Но он будет на боссе. Фейс тут, алло? Еще раз я напомню. Нет. Ласки выпейте. Войд, поделись, пожалуйста, знаками. Так, знаки, говоришь. Дикашка, скажешь, как дебаф полтэш, я закину эту стилю. Ребята, на фиг кто-нибудь играл? Да, я играл. А там на роге яды разгоняется от АП, да? Я понятия не имею, я играл на чекинге, я здорово не играл. Yeah. Your face, я знаю. Чё, разнесём за один свой роб? Да. Возьми себе лёд. Мастер даже. Я сегодня шипешником 205-х дал 13 тысяч, блядь. В 25-ке. Блядь, да я вчера с паладином, я говорил себе, что 500 раз не пойду с богами, я вчера пошел, блядь. Да, лучше не иди. Я ебал. Это... Все, поехали. Добавим пул, блядь. Боился. Норик, сразу агришь и ведешь туда, к этим, к воротам. Разбиваем хуйню эту сразу. Поехали. Почему к воротам? Я так сюда подвожу, чтоб он тоже начинал кливаться. На месте не стоим тогда. Не стоим. Тут чё разница? Странно. Подведи сюда ближе босса. Встань тут ноги. Возле костров. Чтобы я ушел. А, возле костров. Да. Бэл, дайте. Беги, малышка, беги. Вышли. Зашли. Убивайте босса. Возле костров встань. Разбивайте хуйню.
Бля, я в конце хотел подвести под луч, но мне что-то так впадло было. Так. О, щиточек, блядь. Шаман у нас один, поэтому порубич. Плащ на ретрита или на рогу? Тебе рога надо? Плащ надо? У меня есть такой. Я бы взял на ретрика плащ. У меня Войд. С этого. Войд, ты говоришь, да? Да, да. И щит кому нужен? Щит Макалу. Макалу. Так, поехали. Во а чё? Раз... Ждём дурочку? Или чё? Сейчас я посмотрю, я ещё второй сутук делаю. Лол. Давай льбанём пока что. Мы на Мемирона сразу, да? Нет, на Фрею. Да, на Торим. На кому? Жаль. Ой, а, это мне. Давай первый трэш этого Торима. И где это? Роман. Марович, на тебе еще один. Не стойте там в мелизоне. Маги там, блядь, идите. А чё, бейте другого-то тоже. Балбес, бей черед. Вообще все бейте черед. Съебите с мелизонов, вы чё? Упадёте просто так. Я русский, не падают. Ложатся, да? Они вообще ничего не делают, они стоят всегда. Бля, там дурочка идет. Ну-ка, давайте, побыстрее. Заводи, 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 заводи. Съёбал, ну нахуй. Повёл, блядь. Давайте, парни, резайтесь. Ой. Ты зайди за двор, мы пробежим. Давайте пизданём его, я уже, и всё. Ну давайте. В обвалившейся галерее все. Может, тринкет? А у тебя есть тринкет этот балбес, который спас меня? Или он хуёвый? У меня просто другого нет. Я... Ну, типа, порча обновляет для неё. Давайте, балбес. А на йоге этот ком был. Не в Африке? Дайте бабы стрелять. Буду лезть. На йоге Африк нужен. Мы на ФК, ты на ФК ты был в этом. В Африке раз, нет? Рыбу поставь. Бейс. Да нахуй вам эта рыба, мы их две убьем, блядь, этих бабы. Пошли уже ебашить. Она рыба пускает. Чё она пока туда идет? Всё, ладно, похуй на нее, пошли на Торима. А рыбу-то поставь. Ладно. А чё вы бабу не хотите убить? Сейчас она возвращаться будет. Да убьём, да, она пока придёт. Время, время. Подло ждать. Если не будете успевать...